Система ЕМИАС внедрена в работу Боткинской больницы с 15 февраля, но с декабря месяца уже у нас работал офтальмологический корпус в данной системе. За этот период у нас уже оформлено более 10 тысяч пациентов в данной системе. Вот, смотрите, сейчас он будет запускаться. Здравствуйте. Достаточно удобный интерфейс, достаточно простое, легкое обучение, которое прошли все сотрудники нашего отделения больницы. И тем самым удобнее контролировать и лабораторные, инструментальные обследования, которые автоматически сразу появляются в системе. Сейчас есть ЕМИАС поликлиники, но нету ЕМИАС стационара. Не было ЕМИАС стационара. Сейчас же, когда эта система интегрирована друг в друга, эта преемственность как раз и будет между амбулаторием и стационаром. Когда можно будет записаться на прием, можно будет записаться на правильную дату госпитализации, можно будет отследить все и это все синтегрировать. То есть как раз и будет преемственность между двумя звеньями. И эта система ЕМИАС позволяет это сделать. Вот эта вот система единой медицинской карты значительно упрощает врачам жизнь в том плане, что есть возможность доступа к историям болезней, выписанным эпикризам, результатам анализов, сделанных не только в том учреждении, где мы работаем, а в других тоже. Что касается пациента, то, безусловно, удобно иметь возможность удаленно, без посещения каких-то учреждений, из дома буквально с мобильного телефона или с компьютера получить доступ к своей медицинской карте, посмотреть результаты анализов, посмотреть сделанные назначения,